Это мой муж Бен. Патрик Фелд, это моя жена Кира, это Агнес. У нее трудности с общением. Может быть, ты не уверен? Хороший жилет, но... Да, не так ли? Попробуй. Дамы, я не вызову полицию. Ага, ладно. Ты звонишь мне даже из разных времен. Вчера мы перестарались. Прямо перед тем, как и бросила практику. Ты юрист. Доктор, тебе надо приехать? Да, это было бы хорошо. Да? Да. Договорились. Что случилось, Джина? Тут так тихо. У них нет соседей. Вы приехали. Добро пожаловать, добро пожаловать. Та-дам! Вы почетные гости. Напоминаю, я вегетарианка. Наши подарки вам. Это я. Это доктор прописал. Великолепно. Устройтесь поудобнее. Обещаю, может быть, отличная неделя. Сколько прошло? 17 лет. 17 лет. Ой. За убийство меньше дают? С ним. У него есть заболевание. Ему трудно общаться. Иногда можно подумать, но не сказать. В доме врач. Я не врач. Разве ты не говорил, что ты доктор? Смотрите на их лица. Я, черт возьми, врач. Агнес, покажите нам танец, над которым вы с Антом работали. Ант, что с тобой? Почувствуй ритм. Раз, два, три, четыре. Вот этот. Что с тобой? Я хочу собрать вещи и уехать сейчас. Грустно видеть, как ты уезжаешь. Ты можешь выйти и быть нормальным. Я притворяюсь, что это нормально. Помнишь тот раз, когда вы приехали? Ты сорвалась и пыталась уйти без прощания.